Девочки и мальчики, привет всем еще раз. Это тот же день, где я была на опенхаусе. И сейчас я еду на другой опенхаус, который проводит Вест. Шикарный дом, ранчо за 775 тысяч. Вот я, можно сказать, в последний вагон сейчас запрыгиваю, потому что у него до 4, вот видите, написано опенхаус. Да. Я ему написала, я еду, не уходи. И вот мы сейчас едем еще в один, как говорится, в такой природный рай. Вот видите, даже если мы не знаем адреса, мы видим, куда нам заворачивать. Open house. Заворачиваем сюда. Едем дальше. Посмотрите, какая красота. Любители природы, балдеем, потому что на самом деле вот эти кроны деревьев наверху, они создают необыкновенное, конечно, чувство сказки, самое настоящее. Сразу вспоминается любимый фильм с детства «Приключения Маши и Вити новогодние». Ну что, сейчас будем уже заворачивать. Так, вот видите, написано Open House. Конечно, здесь об асфальте и речи быть не может. Это ранчо, поэтому, конечно, здесь все такое пыльное. И если пройдет дождь, то, конечно, здесь размывает дорогу. Вот. Ну вот, подождите. Где интересный? А, вон. Мне нужно смотреть на то, что написано Be Realty. Заворачиваем сюда. И куда же нам ехать? Так, смотрим, где у нас. Здесь разве? Нет, не здесь. Дальше. Да, конечно, дорога здесь называется «Моем машину каждый день». Ага, вот, видите, портрет Веста у нас тут. Флаг висит. И как нам въезжать, интересно, сюда? Думаю, что здесь надо въезжать. Так, сейчас я сдам заднюю назад. И въеду. Еще въехать-то надумаешь. Надеюсь, нет никого у него народу, чтобы нам поснимать видео отличное. Да, ранчо, посмотрите, тут лошадки. Сейчас мы все посмотрим. Красота необыкновенная. Посмотрите, какой дом. Ой, вот это да! Вот это да! Вот это мы заехали! Вот это мы приехали! Да-да-да! Сейчас мы посмотрим. Народу много, по-моему, у него. Вон он ходит там. Люди ходят. Так, все, я сейчас здесь остановлюсь. И все. Ой, девочки и мальчики, думала, в красоте была. Вы посмотрите, в какую красоту попала. Даже не понимаю, с какой двери войти. Боже, боже, да что же это за поместье такое? Посмотрите, бассейн-то как сделан высоко. Боже. Давайте сразу к бассейну пройдем. Сейчас Винсент у меня приедет. У меня Винсент еще не приехал. Посмотрите, какие ступенечки на бассейн идем. Так. Это нужно обязательно посмотреть. Здесь прям как в комьюнити бассейн-то, посмотрите. Вокруг деревьев нет, поэтому и листвы нет. Посмотрите, какой бассейн. Ой-ой-ой, и какие-то все маленькие домички. Такой домик. Огромный бассейн. Посмотрите, как выглядит этот замок. Шикарно. И все это для одной семьи. А то будете спрашивать, сколько семей живет. У меня же то же самое. Возникает всегда вопрос. Посмотрите. Сидишь, балдеешь. Здесь, естественно, какие-то качели, видимо, были на цепях. И посмотрите. Там тоже домик. Это, я так понимаю, домик гостевой у них. Сейчас все увидим. И здесь
тоже их поместье. И там лошадки. Или это пони? Я думаю, это понечки маленькие, да. Ослики. Ослики. И ушечки, и ашечки. А нет, и понечка есть. Смотрите, понюсечка, да маненечки. Ати-ати-ати, улечки. Какие мы холесенькие. Понюсечки какие. Вон ослик идет маленький. А это понюлька. Господи, какие мы холесенькие-то. Да кудрявенькие. Еще один идет. Вот там ослик, а это лошадка. Понечка маленькая. Носик-то у меня малюсенький такой. Нянюсик, вон. Понюхай всех. Да, 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 да. Нюка, понюхай всех. Да какая ты холесенькая. Вот в такой вот домик мы заехали. Осликов и лошадок. Ой-ой-ой, молодеточки какие. А еще эти хотят за нянюнечки. Хорошая моя совлошадочка маленькая. Здесь тоже это. Все, пойдем смотреть, что там за дворец. Вест сейчас в данный момент разговаривает с посетителями, возможно, с покупателями. А мы идем сами, сами по себе. Вот, вы знаете, вот есть такое, такая сказка, где говорят, лети-лети лепесток через запад на восток. И вот там вот такой вот был теремочек. Вот, вот с такой вот маленькой калиточкой. Это что, сказка? Что это вообще? Посмотрите, тут показывает, сколько градусов на улице. Мы заходим, вытираем ноги. Ну, точно, Алиса в стране чудес. Посмотрите, зайчик какой. Послушайте, этот дом наверняка не новый, конечно. Запах у него какой-то волшебный. Начиная с лестницы вот с такой. Лестница в углу с птичками. Такое вот, такое сиденье. Лавочка деревянная. Так вкусно пахнет чем-то таким сладким-сладким. Посмотрите на этот камин. Ну, это сказка, что ли? Я не знаю, куда мы попали-то с вами. В сказку самую настоящую. Здесь сразу идут ступенечки вниз. Ой, это мы на кухне. На кухне огромный, огромный остров такой кухонный. Здесь плита. Посмотрите, как сделана плита. Как будто печка русская. Здесь микроволновка, я думаю, или что здесь? А здесь духовка. Две раковины. Ой, какая приятная кухонка. Круглое окно, называемое эркер. Спасибо вам, вы мне подсказали. Теперь я знаю. И посмотрите, как это смотрится. Симпатично. Да, дом, конечно, далеко не новый. Посмотрите, тут все такое узенькие проходы, узенькие, низкие такие. Проходы арками, но сделан он, конечно, а может быть, ну, сделан в таком стиле. Мы сейчас все узнаем. Я ведь с вами первый раз. Я не знаю, куда идти, поэтому пойду вот. Вижу, что здесь столовая. Посмотрите. Просто помпезная столовая, можно сказать. Такую столовую фиг где найдешь. Только в ресторанах специальных, которые называются «Русская изба». Вот в таких ресторанах есть такие столовые. Дальше, вот тут везде ступенечки, видите, здесь тоже ступенечка на кирпичный пол. И посмотрите, куда-то я вышла здесь, какой-то предбанничек. Отсюда, значит, туалет у нас такой интересный. Здесь дверь выходящая. Ой, мы туда пойдем попозже. И здесь вот я поднимаюсь маленькие ступенечки опять и нахожусь в living room. Это семейная комната, где семья отдыхает, смотрит на огонь. Посмотрите, какой зал. А из этого зала еще есть выход. Посмотрите, в какой. I'm only here. I'm only one. How are you? Я сказала, надо good, а я посмотрите, какой красивый офис с кирпичным полом. Вот такой вот офис, кто не мечтает иметь. Божечки мои, и все вот эти вот
фигурки из «Алиса в стране чудес». «Алиса в стране чудес». Боже мой. Короче, много посетителей-то у него сегодня. Так, я опять нахожусь на кухне. Посмотрите, я показала вход-то, говорю, а тут не увидела. Оказывается, здесь, я не знаю, это что, вот и знак. Ну, куда я? Куда я? Иди к сумочке, что там? Винсент у меня приехал. No, you're just gonna show it to me. Okay. You see this first? This is a full downstairs. Oh my God. This is a closet. Так, идем вниз. Basement. И под в бейсменте находится что у нас? О май гуднес. Посмотрите, какая красота! И опять камин внизу. Здесь у нас, слушайте, я не знаю, это вот сказка про Золушку, что ли, вот в таком они доме снимали эту сказку. That's crazy! Yeah, look at this. Look, you sit there. Uh-huh. Have a seat. And this is like a rocker chair for you. Yeah? Oh. Isn't that amazing? It's amazing house, I'm telling you. It's really unusual. Yeah. Очень-очень интересный дом, на самом деле. С таким клозетом. Yeah. Okay. Вообще. It's like a Wonderland. Let's go see the rest of the Wonderland. Wonderland – это страна чудес. Идем дальше. Ну, я думаю, что планировку дома вам, наверное, не понять. Хотя я вот стараюсь. Вот тут, значит, closet. Ну, не closet, а такая вот pantry. То есть это все находится внизу. Вот так вот посмотришь, как будто отельчик какой-то, да? То там внизу целая комната находится, ее можно арендовать и все что угодно. Выхожу опять сюда на кухню, Винсент тоже чамкает чего-то. All right, let's go together. Here, how do you like this dining room? It's very different. It's very different house. What is that wood? It's like plasterboard with a nice finish to it. Well, what is built of? We need to ask what built of. Из чего построен, надо спросить. Посмотрите, какие потолки. So let's go upstairs because people there. Там люди, но не хотим мы людей снимать. Идем наверх смотреть. Посмотрите, а сверху здесь лестница в эту сторону и в эту сторону. Пойдешь налево, коня потеряешь, направо жениха найдешь. Поэтому мы идем направо искать жениха. Посмотрите, камины вообще почти в каждой комнате. I know. I think it's a master bedroom, no? Yes, it is master bedroom. This must have been made in the olden days when they needed fireplaces. Это мастер bedroom, я сразу вам говорю, но как-то вот так близко к кровати вообще на самом деле этот огонь. И посмотрите, как сделан мастер bedroom. Здесь нет ванны самой. Большой душ, как говорит Винсент. Mm-hmm. Туалетик. Very interesting house. Да. Closet. That is closet, baby. You know, this house was probably built very long time. Yeah. А, вот closet здесь. И здесь у нас есть балкон, на который можно выйти. Ой, посмотрите, какая красота. Вон Уэст пошел гулять с посетителями. Посмотрите. That is really beautiful. Посмотрите, как красиво. Внизу можно завтракать. Здесь балдеть. Вау. И там тоже какой-то домик еще у них есть. Сейчас посмотрим. Видите? Здесь. Так. Вот такой вот мастер bedroom. Идем в следующую. Kids room. Вау.
Такого-то я вам еще не показывала. Волшебного, сказочного. Так, здесь стиральная комната. Здесь у нас... Так, что здесь у нас? Ой, не могу даже открыть. Вау! Еще один fireplace и еще один мастер bedroom, и он тоже будет, может быть мастер bedroom. То же самое есть ванна и есть гардеробная. Посмотрите. This is all stone or block. Винсент говорит, из камня сделанный, из блочный он. Ну, какие-то перепонки, конечно, какие-то перепонки. Но сам дом, весь каркас сделан из бетона. Это нет. You got your own bathroom here. Да. Вот это домик. Вау. А что там внизу? Нам надо посмотреть, что там еще на улице. Так, здесь мы. Здесь мы были. Это столовая. А, мы здесь не были. Винсент здесь не был. Мы-то с вами уже были везде, по-моему. Да, это living room. Look. Living room with fireplace again. Yeah. Everything, everywhere fireplace. Yeah. And look at this room. It's an office. Oh, it smells so good. Так хорошо пахнет вообще. Yeah, it's office. Nice. There's an add-on. А вот если мы выйдем сюда, давайте выйдем сюда все-таки. Это то, что мы видели вот с этого балкона. Посмотрите, какая красота. Как здесь все сделано. Да, вот это домик. Даже жасминовый вход и выход. Жасмином пахнет так, что можно в обморок упасть, честно вам говорю. Ой. So what do you think? Isn't that beautiful? Yeah, backyard actually has a hill. Да. Backyard, говорит, прямо на холме, что очень редко встречается у во Флориде. Холм. Посмотрите, лестница идет. Прям как в Петергофе. It's like a Petergof. A what? Petergof. Remember in St. Petersburg the fountains and everything? Yeah. It's nice. Да. Туда уже мы не пойдем, конечно, потому что надо еще территорию посмотреть. А ему нужно... We don't have no time, because he have to go. I want to see another houses next to that, because this house have several little buildings. Okay. Да, Винсент хочет погулять туда, но хочу посмотреть, что там еще вокруг есть этого дома. Господи, а как эти сверчки поют? Или как они, цикады? Как угодно называйте, там, это понятно. Мы в детстве не знали слова цикады, наверное, знали только сверчки. Здесь тоже можно по лестнице спуститься. Look, it's another stairs. Mm-hmm. А, лестница в дикую природу. Просто в дикую. Поднимаемся. И что здесь у нас? Да, вот такую территорию попробуй обработай. You see pool? Baby, you see pool? Pool over there. Okay. Так, что здесь у нас? Здесь у нас какая-то мастерская, по-моему. I think it's a shop. Yeah, it's for plants. Да. А, это for plants. Это вообще парник. Парник, где вы можете выращивать цветы. Все понятно. Парничок. Ой, какой красивый. А, кстати, вот Веста жена и его две доченьки. Очень красивая она у него. И девочки красивые. Так. Hey, how are you? Good, how are you? Good. So this is all there, theirs and theirs? Yeah. Isn't it beautiful? Oh my God. I feel like you're in a different country. Like it feels like it feels like in fairy tale, like a wonderland, you know? Yeah. Look how beautiful. This is my favorite view when you're looking out and you see the pool. Yeah.
and nothing else. You just feel like you're It's so amazing. Hey! И таких девочки у него беленькие. Так, ну что, идем дальше, смотрим. Здесь у него гараж. Еще один не у него, а у этого дома находится один гараж. So let's go. Да, конечно, посмотрите, какой теремок. Магнолия цветет. Заборчик. Такой вот, как в детстве, с калиточкой. Здесь, значит, у нас гараж. Мы открываем гараж и видим здесь на две машины гараж. Но у них здесь, видите, как говорится, гольф-карт. Ой, 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 чуть не упала. У них тут гольф-карт. В общем, все, что можно сложить, все складывает. Идем дальше. О, какая красота. They have a donkey and they have a pony. This is the house I told you about. That. Yeah, yeah. But yeah. I told you, it's really cool looking. Yeah, it's really cool. Посмотри, я не знаю, сколько у них акров земли, но мы спросим потом. И вот это тоже домик с палисадничком, за заборчиком. Ну вот как в сказках рисуют, так и есть. И еще подсолнух торчит. Ну вообще, вот просто как дети рисуют на рисунках. Вот, посмотрите, заборчик этот с подсолнухом. Именно так я и рисовала в детстве. Идем. Смотрите, какие штучки. Так, что здесь? Нет, здесь просто тоже гараж. А, это гараж. Я думала, это домик. Окей. Storage. Yeah, let's go see the pool. Посмотрите, гамак. Oh, no, this is the house over there. Это гараж еще на, получается, на... How many cars is that? One car, right? Yeah, две. Две. Окей. Okay. О, а здесь-то посмотрите, что делается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот это еще один дом. Look at this. It's for another family. Yeah. И кондиционер. И туалетик отдельный, с раковинкой. Боже мой, какая прелесть. Фармхаус. Ой, вы посмотрите. А кому не понравится здесь остановиться? Ой, и спаленка-то. И с кухонкой. И с ванной. И с душем огромным, просто душем. Вы посмотрите, даже с держалкой. Very nice house. Yeah. Но это уже новая пристройка. Видно по потолкам, конечно, и по дверям, и по всему. Ой, как здесь прохладно, как здесь светло и хорошо. О, окно-то какое. Посмотрите, окно-то. Вот. Посмотри, говорит, какая... Да. О, посмотрите, какая большая. Это гардеробная. I like this window. Yeah. Look at this window. The bay window. Oh, my God. What a window, huh? Yeah. This is a nice house. Very nice. Здесь тоже, видите, в присядочек какой-то тут со стульчиками. И идем посмотрим бассейн. О, вы посмотрите, какой вид! Look at how beautiful view! Yeah, it's like a castle! Господи, какое умиротворение-то! Какое счастье здесь! Боже! Ой. А машин-то сколько, господи, я думала здесь... Я думала, здесь посетителей человек 20. Оказывается, нет. Наверное, хозяева оставили свои машины. Две мои, одна Веста, одна его жены. Ну, все понятно, все свои, короче. Вы посмотрите, какое счастье здесь ходить. Ой, божечки. Ну, а это вот я вам сейчас сразу скажу, это качели. Это уже готовые качели, и я вам покажу, как. Вы просто садитесь попой в эту петлю
если вам нравится сидеть в петле. Нет. А, вот петля. Попой садитесь в петлю и качайтесь, я так думаю. Так. И Винсент, и я, мы вместе идем с ним к бассейну. Look at that. It's like community pool. Ух, вот это красота. Open up, please, for me. Вау. Вот это да, душки. Ну что, как можно не любить такую природу? Ой, вообще, домики маленькие, большой, еще меньше. Господи, сколько этих домиков тут у них. Очень, very, very good pool, yeah. Хорошего размера, Бидовинсон говорит. Да, вообще, конечно, красота нереальная. Вау. Yeah, I already touched them. Девочки и мальчики, вы что смеетесь? Такой дом не продать? Да такой дом. Должны очередь стоять за таким домом. Вы посмотрите, есть все. Бассейн, собачки, лошадки, кони. Еще один дом для гостей. Два гаража, парник. Боже мой, какая красота. Давайте, звоните мне, и я скажу вам, как купить этот дом. Ой, я просто не могу наглядеться и налюбоваться на этот дом. Вам честно говорю. Девочки и мальчики, выезжаем из красоты. Вот нам машет Уэст. Видите, мы все еще его снимаем. И едем из страны чудес, из страны, из Wonderland. Едем домой. Ох, сегодня показала я вам дом, один другого лучше. Первый в два раза дешевле, чем второй. Поэтому, но оба они по-своему, конечно, хороши. Просто прелесть. Все, выезжаем во свояси. Спасибо всем. У кого есть вопросы насчет насчет недвижимости во Флориде, пожалуйста, пишите мне, звоните на WhatsApp. Сейчас вы увидите карточку в конце, мою бизнес-карту, где написан мой email, мой телефон. Пожалуйста, если есть вопросы, если вам нужна помощь, я с удовольствием вам помогу. Whenever I'm with you, I am all right.
There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Edging to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, right now, just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical. Девочки, мальчики, завтра у нас День мамы. Завтра у нас 12 мая. Но мне сын прислал их сегодня, потому что я уже позвонила ему, поблагодарила. Он говорит: мама, я специально послал тебе перед Днем матери, потому что обычно столько заказов, что бывает и не доносят. Поэтому он мне вот подарил такие розы. Сейчас я достану. Видите, открыточка, маленький такой конвертичек. Так приятно. И написал: Happy Mother's Day, мама. Видите, вот так вот напечатано, видите? Вот, happy Mother's Day, мама. Все? А что маме надо еще, сыночка? Чтобы он не забывал, что у него есть мама, правильно? Пакетик вот для того, чтобы они... Hello. Thank you. It's from my son. Yeah, happy Mother's Day. Thank you. Thank you. You did a good job. Oh, thank you. Видите, сосед говорит, хорошие цветы. Так приятно.